Доброе утро. Это поселок Виноградный. Сегодня 3 июня 2019 года. Казаки и совместно с полицией, или наоборот, полиция совместно с казаками прибыли сюда, где компактно проживают рабочие узбеки, и сейчас будет проведена акция проверки паспортного режима. Вещи. Давай туда. Так, еще один заховался. Вот так вот они здесь живут. Кстати, несмотря на ранний час, они уже тут чаевали, потому что рано встают. Тут на велосипеде даже ездят. Женщины у них. Гуси сделали ноги через забор. Это уже второй рейд, в котором я принимаю участие. Первый был на новом терминале Анапского аэропорта. Там было совместно с ФСБ. Вот здесь совместно с полицией. Ну, я решил здесь еще походить. Вот она сама территория, а здесь вот еще территория, видимо, какого-то хозяйства. Там автобусы. Трактора. Можно было бы и все еще там так прочесать, потому что какой-нибудь нелегал мог хоть где скрыться. Ну, правда, казаки тут уже прошли везде. И вот это одно из тех дел, которыми занимаются казаки здесь вот на Кубани. А сотрудники полиции проводят осмотр помещений жилых. А здесь вот у нас работает телевидение. Да. Идет работа. Сейчас привезли собачку, она ищет наркотики, уже в двух местах нашли там похожие вещества, похожие на наркотики. А эти вот скучковались здесь, и такая картина.
Ну, конечно, долгая песня, потому что очень много здесь помещений. Если все проверять, то, конечно, уйдет очень много времени на это. Сказали, что собачка работает где-то час, потом ей надо передышку. Так что не все так просто. Все, спасибо всем. Автобус. Хлопцы, спасибо. Вон автобус. На связи. Угу. Все, мероприятие закончилось. Воспитательную работу, сказать, провели, да. По поведению. Чтобы себя хорошо вели, не хулиганили. Так как поступила нам жалоба, когда мы пили чай, то, что они себя плохо ведут, там грубо выражаются, нецензурно брали на поваров, на русских женщин. Мы решили провести профбеседу, пообщались. Ну, думаем, что они поняли. Ну, я тоже так думаю, да. Ну, в дальнейшем мы собираемся его проверить. Конечно. Все, на этом наш репортаж закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите плейлист «Казаки в Анапе».